Зачем мы таскаем это добро, если порт закрыт, а, начальник? Мне вот что интересно. Чего? Что же это вот этакий ведьмак жрет? Морду его бей! Ведьмак!
получай. Ты нам поможешь? Я уж думал, не выберусь отсюда. Что с тобой? Со мной все в порядке, но мой друг остался в этой проклятой лечебнице. Седрик говорил, что двое пропали около сожженного имения. Меня зовут Руперт Бранхубер. Я доктор из Аидирна. Мы с моим товарищем разыскиваем редкие травы. Этот лес не лучшее место, чтобы собирать травки. Нам говорили, но мы не поверили. Мы дошли до пепелища, трав никаких не было, но внизу, там было что-то ужасное. Мне удалось бежать, а Грыдля... Что это? Ты слышал? Это пес Грыдли. Чувствуешь? Что-то приближается. Помогите! Найди моего товарища, умоляю.
Придется взорвать это гнездо. Придется взорвать это гнездо. Thank you.
Смотри, наш... Двойный прыг! Ищешь приключения, ведьмак. А мы вот не любим приключений. Я ему и говорю, гони кошель, или сам с трупа возьму. А он чего? А он мне, у меня есть другой выбор, и за нож. Смелый какой. И чего? Словил стрелу промеж лопат.
заносчивый петух этот Лоретто.